Нынешний год, как мы договаривались, это год наведения порядка, приведения нашей Беларуси в порядок, чтобы она вся была в цветах и зелени. Страна должна быть красивой. Много я ставлю задач по поводу высадки насаждений кустарниковых, хотя бы ели и сосен вдоль дорог. Это же практично. Меньше надо будет косить, обкашивать эти придорожные полосы. Но возы не там. Спрошу с каждого помощника по областям и городу Минску. Спрос будет жесточайшим. Возьмите это под контроль, пока гром не грянул. В каждой деревеньке, агрогородке, в каждом районе, области, в Гродно об этом говорили, на всю страну об этом сказано, в Минске на каждом пятачке должны быть высажены деревья. Это, в конце концов, наша визитная карточка. И вам нужно навести порядок раз и навсегда. Тогда будут люди понимать, какой порядок должен быть и как его поддерживать.